Данная передача не несет никакой ответственности за вещи, оставленные в гардеробе. Передача создана полнейшими профессионалами своего дела и не навязывает вам данное поведение как норму. Все трюки, выполненные в передаче, были выполнены в передаче. Все сняты на камеру и через забор. Приятного просмотра. Смысл жить, куда ты бежишь? Куда ты спешишь? Лишь потому, что боимся перелезть. Думаем, что нас будут осуждать, насмехаться. Ведь легче всегда обойти, там, где положено, там, где говорят, там, где нас заставляют, вместо того, чтобы просто перелезть и выиграть кучу времени, которого так мало в нашей жизни. С вами шоу «Перелезаем через забор» в костюме с Алексеем Щербаковым. Погнали! Перед вашими глазами классический оградительный забор класса G29, в котором G желтый, 29 это степень защиты. Коварство этого забора заключается лишь в том, что он не вкопан, а значит шаток, а значит опасен, а значит может привести огромные увечья. Но тем не менее, забор предназначен для того, чтобы оградить ремонтные работы, чтобы туда не лазили, не срали, не мешали. Такой забор труда особо не составляет. Главная задача не уронить, ведь если забор упал, миссия провалена. Вот, собственно, и вот, ничего сложного, забор преодолен. Очередной забор находится за моей спиной, и передо мной, и сбоку, и слева. А значит, я снова на коне. Счастливо, спасибо, пока. Перед нами стандартный забор толщиной 40 карат. Плюс ненастная погода. Эти два фактора делают перелезание любых заборов невозможными. Не говоря уж об этом заборе. Ни один живой человек не сможет преодолеть. Мать твою! Кто ты такой? И как ты перелез через этот забор? Я просто спешу. Но куда? В такую ненастную погоду. И кто ты такой? Я курьер. Яндекс всегда тебе о чем-нибудь говорит. Именно поэтому ты так круто перелез. Да, просто каждая минута на счету. А перелезть всегда проще, чем обходить. Ну а я о чем? Слушай, покажи пару трюков. Это очень круто. Как-нибудь научу. А пока я спешу. Ну как нам снова встретиться? У тебя есть приложение Яндекс.Такси? Да. Что нужно делать? Ладно, объясняю. Теперь в приложении Яндекс.Такси появилась вкладка «Еда». И в Яндекс.Такси теперь можно заказать еду. Просто открываешь приложение Яндекс.Такси, нажимаешь на вкладку «Еда» и выбираешь все, что угодно твоей душе. Здесь есть все. Бургеры, суши, пицца, кофе, здоровье. А вот хочу я лапшу вок, например, открываю и ищу, что же мне интересно. А вот, пожалуйста, вьетнамская кухня, чего бы нет. И выбираем, что мы хотим. А мы хотим вот эту заковыристую лапшу, сяо что-то там, прекрасное, а так, добавить, ага, дальше, ну что, дальше все понятно, корзина, оформление заказа, адрес. Представляете, теперь в такси можно заказать еду. Я заказал лапшу через такси, Яндекс.Такси. Все понятно теперь. Ну все, давай, удачи, я побежал. Вот этот парень, вот этот молодец. А красавец-то какой, видали? Это просто песня какая-то. И он будет дома вовремя и развезет все заказы. Ведь он настоящий молодец. И вы тоже перелезайте через забор и будете дома вовремя. И никогда не пропустите молочницу вашей жены. Подъезжаем к очередному забору. Сказали, что он... Таких мы еще не видели. Проверим. Шутки закончились. И вот настал апогей всех наших. Как вы считаете,
Что лучше и что дороже? Жизнь или время? С одной стороны, можно обходить его до завтрашнего утра. Но скажите мне одно, что лучше? Покупать билеты на ласточку за миллиард? За моей спиной электропоезда, электрички, они же ласточки. Можно применить все навыки, которыми я обладаю и которыми пытаюсь обучить вас, и преодолеть этого засранца. Я платить не собираюсь. Электрички. А там полежка, лава. Здравствуйте. Чего такое? Мы снимаем шоу, прилетаем через забор в костюме с Алексеем. Спасибо. Шоу. Новое шоу, прилезаем через забор в костюме с Алексеем Шерпаковым. Хитрофо пошел, документика, к сожалению, нет. Почему дома не сидим, собираем сам из Алексея? Только на саму. Есть. Давай. Счастливо. Я иду до конца, потому что это шоу. Перелезаем через заборы в костюме с Алексеем Щербаковым. Это высочайший класс. 37 тысяч. Мы сделали это! Мы не будем сегодня покупать билетики! Пока! Сколько из вас, ребятки, смогут перемахнуть через этот забор буквально за 2 секунды? Я готов дать зуб на отсечение, вас таких немного, зато больше чем уверен, что наверняка большинство из вас неоднократно сталкивалось с тем, с чем неоднократно сталкивались большинство из нас. А теперь представьте, что у вас девушка годовщина, но она вас обиделась, а ее муж вообще обещал вам жопу разорвать и поджидает вас у калитки. Но что делать, если он поджидает у калитки, а у вас есть возможность преодолеть забор с тыла и дождаться ее, и сделать немножечко приятно, немножечко себе и немножечко ей. Данный забор, не сказать, что очень сложный, но дело в том, что для его преодоления понадобится всего лишь одна рука, потому что здесь у вас букет для любимой. Вы должны преодолеть, сохранив букет, чтобы вам точно дали. А вот и калиточка. Проблема в том, что очень много гвоздей. А может, это и не калитка. Это обычный лаз, который используют медведи. Господи Иисусе. Где ты? Крапива, блядь! Ну что ж, а вот и мы, а вот и я. И здравствуй, целая страна. Я готов прийти. Муж даже не подозревает, что вы уже на участке своей благоверной и готовы за сандальки по первое число. А это значит, что все получится. Очередной забор за моими плечами. А значит, я все делаю правильно. Берегите себя, берегите свое время. И цените любовь. Счастливо. Кто ждал, что муж этой шлюхи окажется толстым шмигальцем? Да что ж такое я?
очередной забор за моими плечами. А это значит, что шоу работает. И я не остановлюсь над тем, что я собираюсь вам доказать. Вы поняли, что я сейчас сказал? Я нет. Но разве это важно? Важно лишь то, что все преграды у вас в голове. Если вы хотите, вы добьетесь всего на этой планете. Главное, перестаньте обходить, где это сказано. Идите к своей мечте и не сдавайтесь. С вами был я, Алексей Щербаков. Пока.